Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор еще одного заказа по 17-му каталогу Faberlic. Вот такая коробочка. Есть новинки, много всего интересного. Оставайтесь со мной до конца. По традиции вскрываю коробку вместе с вами. На пункте выдачи не проверяю и иногда туда даже не хожу. Доставка на дом. Поэтому все вот так. Но слава богу, я... С претензиями особенно не встречалась никогда. Так, вот так тут у нас все с вами запаковано. Давайте скорее смотреть все по порядку. Так, первое, что покажу, это носки. Носки у нас с вами шерстяные. Так, носки шерстяные, девчонки. Вот как выглядит упаковка. Какие были в наличии, такие взяла из новинок. Потому что опять почему-то не все были в наличии. На тапки я не попала. В размере 36-38. Я, может, Ксюшке отдам по дому гонять. Артикул, как мелко, 820570. Вот так они выглядят, синенькие, тепленькие, длинненькие. Смотрите, какие длинные, девчонки. Прям красота. Они действительно шерстяные. Можно подвернуть вот так. И красиво будет, и гонять. Классные. Колятся ли? Ну, вы знаете, слегка. Все-таки какой тут у нас с вами процент шерсти? 70% шерсть, 20 полиэстеров, 5 эластан. Тянутся они хорошо, то есть 38-й налезет и на 40-й однозначно. Достаточно тепленькие, такие хорошенькие, но слегка колется. Но это шерсть. Зато по дому гонять, слушайте, вообще сказка. Носки выполнены очень качественно, что хочу сказать. Не зря на них такая цена. Посмотрим, как будут протираться в пустых баночках. Вам расскажу, потому что, конечно, не в пустых баночках. Так, пакет майка все время падает, забываю его удалять. Дальше из интересненького, девчонки, заказала себе термобелье, потому что гулять холодно. Я либо колготки под спортивный костюм пододеваю, либо вот термобелье у нас теперь с вами будет. Артикул 840-144, вы у меня давно спрашивали отзыв на термобелье, вот я брала мужа, себе не брала. Поэтому я вам обязательно отзыв полноценный оставлю. Это бежевые леггинсы в размере XXL. Взяла. 74 вискоза, 18 полиэстер, 8 эластан. Так, артикул я вам назвала. Давайте смотреть. Я их на себя померю за кадром, потому что я считаю, в кадре неэстетично мне в леггинсах появляться. И скажу вам, самый раз или нет. Вот как они выглядят. Смотрите, внутри как мех. Но это у нас, наверное, начес. Начес, да? Они достаточно вот так вот по весу, допустим, тонкие, да? Внизу просто подшиты. Этикетка, вот Faberlic 2XL, этикеточка просто, рекомендации по стирке 30%, ну катушки могут появиться. Вот так они выглядят. Резинка пришита. Есть ли она там? Да, есть внутри резинка, думаю, что это просто ткань тянется. Ну как бы сбоку шов, вот так они выглядят сзади. Ну ничего, такие вроде. В общем, померяю, сейчас вам расскажу. Слушайте, леггинсы налезли вообще отлично, можно было брать даже XL. У меня 52 по параметрам размер, если что, имейте в виду. Можно брать XL, они очень хорошо тянутся. И, ну, по посадке, не скажу, что они прям вот такие вот высокие, да, там по грудь, но достаточно высокие, средней такой хорошей посадки. Так, погнали дальше. Вопросы еще по леггинсам будут, обязательно отвечу на них, потому что поношу вам уже, расскажу уже завтра их, наверное, одену. И поношу, так, я уже вскрываю и не сказала вам, что я взяла кувшин все-таки. Я на него давно смотрю, в обзорах каталога вам говорю. Это кувшин 1,8 литров, материал боросиликатное стекло, объем один сделано в Китае, артикул 910-080. Тушка с вами повернула вместе с ковриком. Вообще, вот он кувшин. Мой кувшин, у него такое горлышко идиотское, оно прикручивается. То есть вот это вот горлышко вместе с ручкой. И если прикрутишь неправильно, вода подтекает. Я захотела взять, чтобы все было цельное, как бы и эстетично красиво, и ничего не проливалось уже, и было удобно. Все-таки это очень легкий кувшин, он безумно легкий, как пушинка. Я даже вот не знаю, вес на короткий написан. Навряд ли. Да, срок службы 24 месяца. Он очень легкий. То есть по периметру у нас с вами здесь золотая кайма. Да, видите? Ручка. Он очень легкий, чему я несказанно рада. Faberlic Home. Надпись нарисована на дне черненьким, если вам видно. Классный, красивый кувшин. Мне очень нравится. И Ксюше будет удобно наливать. И он как бы легкий, мой тяжелее гораздо. Хотя из стекла. А здесь прям стекло легкое. Класс. Я, девчонки, покупки рада. Мне очень нравится. Никаких дефектов. На ручке, на дне, нигде не вижу трещин, ничего. То есть доставили хорошо. Вот такого он размера. Красота. Я, девчонки, довольна. Так, погнали дальше. Что это? А, набрала тряпок для уборки. А, первое. Беру впервые, кстати. Вот эти именно. Салфетка для чистки стекол. Чтобы зеркало и
окна протирать ей из микрофибры. Многие хвалили, поэтому решила взять. Буду тестировать вместе с вами. 110-32 артикул. Не знаю, что в них такого необыкновенного, поэтому специально не брала, но здесь вот прям захотелось. Это действительно микрофибра, я ее за что не люблю. Сам материал микрофибры, вот когда есть заусенцы или сухость кутиклы, она прям за все цепляется. Так вот такая вот салфетка, с двух сторон она разная. С этой стороны более ребристая, а с этой уже гладкая такая прям. Ну, не знаю, будем тестировать, девчонки, посмотрим, насколько она лучше или хуже обычных каких-нибудь тряпочек, да. Так, взяла две щетки, Ксюши и Жене, мужу. Вот такие. Кстати, по-моему, такие щетки я беру первый раз выбирать. Я брала какую-то другую, помню себе, перед роддомом. Это типа серебром она у нас. Да, щетинки серебром. Кстати, очень интересная щетина. Видите, она скошенная по бокам. Артикул зеленый 99-19, артикул синий 99-18. Давайте откроем, я им сегодня их уже прям заменю. Блин, вот даже... А, нет, здесь есть где оторвать. Как они выглядят? А сама щетка, то есть, достаточно большая. Ксюшке, наверное, я все-таки детскую закажу, зеленую себе возьму. Ручку держать удобно в руках. Она прорезиненная, и видите, здесь такие есть пупырки. И спереди тоже. Да? Подушечки для языка, для чистки языка есть. Щетинки вот такие вот интересные. То есть белые прямые, а синие скошенные. Мне кажется, хорошо будет такой щеткой чистить. Жесткость сильная, сразу могу сказать. Это сильная жесткость, да. Я такие люблю с сильной жесткостью. Поэтому, да, мне точно зайдет. Ну и муж таким же пользуется. Тоже впервые беру, девчонки, вот такую вот тряпочку. Это у нас с вами губочка. Губка универсальная. Она шла при покупке любой тряпки, но не любой, там она из какого-то арсенала, со скидкой. Акция, в общем, была какая-то. 119,99 ее артикул. Назначение подходит для мытья посуды и уборки дома. Материал силикон, полипропилен. Очень интересная губочка универсальная. Мне прям интересно, что это такая жесткая. Вспененный полипропилен, наверное, что это. Ее вот руками сдавить нужно приложить усилия. То есть она такая жесткая. Интересно. Запах какой-то еле уловимый, практически не имеет. Вот такая вот интересная, девчонки, губка. Не знаю, для чего она мне пригодится. Может, правда, посуду мыть? Попробуем. Покажу вам все обязательно. Так, взяла скелетную расческу, потому что свою при переезде потеряла, но уже нашла, девчонки, после того, как заказала. Она большая, попробую ей укладываться тоже с феном. Так, это у нас расческа скелетная, артикул 910-039. Мне нравится дизайн расчесок Фаберлик. В принципе, по отношению к магазинам, у них цена такая более-менее адекватная. В магазинах иногда задирают. А мне нравится вот этот вот матовый, не знаю, пластик. Он такой прикольный. Моя, она узенькая, скелетная такая. Вот в два раза почти уже, наверное. А вот эта такая широкая. Попробую ей укладываться. Мне кажется, будет прикольно. Расчесываться скелетный я не очень люблю. А вот укладываться, да, для укладки самое оно. Так, поехали дальше. Дальше еще одни носки, которые были, девчонки. Natural Wolf. Натуральная шерсть. Овцы, что ли, получается, да? Носки шерстяные с принтом олень. Так, артикул 820-583, тоже 70 шерсть, 25 полиэстер, 5 эластан. Смотрим. Носочки тоже классненькие. Вот эти уже в размере у меня 38-41, это мне однозначно. Они уже вот такие вот прикольненькие, не такие высокие, как те, но тоже можно подвернуть. Я не люблю носки так носить, правда, если подвернешь, тут у нас изнанка. Да? Они, кстати, хочу сказать, не такие, думаю, шлетки, не такие колючие, как предыдущие. Они вот тактильно помягче. Там прям как-то чувствует шерсть, а здесь я ее особенно не чувствую. Но здесь вот это вкрапление нитей, наверное, шерсть, мне кажется, в синих нитях, а в бежевых и в красных ее нет. Ну, вот такие вот прикольные, девчонки, носочки. Оленьи утепляемся. Хотя у нас дома тепло, но тем не менее. Так, из продуктов у меня здесь есть БАДов. В прошлый раз не получилось заказать, в этот раз на складе был у нас цитоактив, и мне сегодня уже моя наставник, мой директор, его хвалила, сказала, что это просто бомба, и препараты с таким БАДы, с таким составом стоят гораздо-гораздо дороже, на Herb так вообще. 157-20 артикул, цитроактив, это у нас с вами тоже иммунитет и тоже витамин С. В качестве биологически активной добавки к пище дополнительного источника витамина С содержит биофлавоноиды. Для чего они нужны, честно, не буду, врать вам не знаю. Состав: глицерин, вода очищенная, косточек грейпфрута, экстракт, натрия аскорбат, калия сорбат, натрия бензоат. Взрослым по 25 капель 2 раза в день. Во время еды предварительно развести 200 мл жидкости. Во время еды придется пить. Продолжительность приема 1 месяц. Будем с вами вместе пить, будем с вами вместе тестировать. Смотреть, что же это у нас за песня. Так, смотрите, как откручивается. Здесь дозатор для капелек. И жидкость такая темная. Ой, какая горькая. Грейпфрут горький. Не скажу, что прям грейпфрут, но горечь. Вот так в неразведенном виде совсем как-то неприятно. Стеклянный флакончик, дозатор для капелек. Здесь 50 порций, то есть на 25 дней, да, получается. А у меня вот наставник, она ребенку дает, 8 лет ему, как бы, да, цитроактив.
Посмотрим, посмотрю, поизучаю. Ну, а что тут, мне кажется, тут для ребенка ничего такого опасного нету совершенно. Хранить не выше 25 градусов, если у вас дома жарко, да? Горький. Ну, ничего. Главное, чтобы полезно было. Опять Ксюша взяла два шарика. Про них я уже много раз вам рассказывала. 27-34 – это у нас лимонный бум, который пахнет ванилью, но в ванной раскрывается, как лимончик. И так, сочный мандарин у нас с вами 27-35. Ну, да, он мандаринчик такой. Поехали дальше. Взяла маску свою любимую, восстанавливающую маску сливки из серии Биомика. Она действительно как сливки, она очень хорошо увлажняет, даже подпитывает кожу. В связи с этим цвет выравнивается, морщинки мелкие мимические разглаживаются. Мне вот она нравится, действительно, маска очень достойная, одна из достойнейших Faberlic. 12,51 ее артикул, 12,51. Так, она без заглушки, по-моему, приходит. А, она заслюдированная у нас приходит, да. Она такая беленькая, прям как сливочки. Приятно на коже ее держать, у меня кожа ее съедает прям. Ой, девчонки, тут так запечатано добротно. То не запечатано все приходит, то фиг распечатаешь. В общем, вам придется мне на слово поверить. Она белая, как сливки, такая воздушная, легенькая, классная. Рекомендуем. Так, беру уже, не знаю, какой раз. Миллион детских салфеток снова. Ну, 4 пачки взяла в запас. Ой, дальше новиночки, самый интересный. Так. Ну, не миллион, всего лишь 4. Скромно в этот раз. 17,98. Салфетки классные, 50 штук. Никаких нареканий. Очищают хорошо, раздражения не вызывают. Даже покраснения могут снимать. В общем, все супер. Заказ у меня здесь на 50 баллов, кстати, девчонки. Если я вам еще не говорила об этом, да? Потому что в прошлый раз на 50, а в этот на 50. Хочу пока придерживаться статуса VIP-консультант. Посмотрим, что из этого выйдет. Аромео. Ароматический спрей. На этот раз релакс. Мне так понравился предыдущий. Давайте потестируем этот. Артикул 165. Он приходит вот как раз запечатанный, как должны приходить кремы серии One Week Miracle, да, девчонки мне писали, то есть вот тут такая, как наклеечка. Мы ее с вами рвем и открываем. Релакс у нас. Гостиная дышит жаром старинного камина. Тут описание, как всегда, вкусно, здорово. Так, пробуем, ближе к делу, как у нас с вами пахнет релакс. Прикольно. Мне кажется, тут лаванда есть. Эфирных масел с расслабляющим действием. Вода, пек. Ой, нет, а сейчас так вкусно раскрывается. Блин, они такие интересные. Вообще, Faberlic мало очень продуктов каких-то, я имею в виду спреев, парфюмов, которые раскрываются. Вот эта серия, поэтому мне безумно понравилась. Ой, как интересно раскрывается, девчонки. Мне очень нравится. Я не вижу здесь состав. Для глубокого текстиля следа не оставляет следов, не содержит спирт. Для тела и текстиля. А что здесь за композиция? Не найду, девчонки. Любимые руки обнимают. В общем, как напишут. Дальше не на русском. Не знаю, в каталоге тогда посмотрите или по артикулу. В общем, релакс. Он вкусный. И цветочный, и парфюмерный, и масла. Какие вот же здесь масла, как же вам описать-то? Сначала было похоже на лаванду, но когда он разошелся, стал очень каким-то интересным многогранным в воздухе. И прям богатый аромат такой. Отсюда пахнет... Блин, не пойму, девчонки. Вот вроде есть и какие-то... Ну, не елка. Нет. Пахнет вкусно. В общем, надо брать тестировать, потому что одно дело я вам опишу, другое дело, как нос ваш воспримет. Я даже не могу какое-то одно масло выделить. И вот отсюда лаванда не пахнет, потому что я знаю, у меня многие девочки лаванду не любят. Не-а. Вот сначала есть легкое ощущение лаванды, потом расходится, и просто как будто это парфюмерия. Крутая, интересная парфюмерия. Мне пока вот все, что я из этой серии пробовала, очень нравится. Дальше, девчонки. Ну, конечно же, я взяла. А что это у нас? Бодикомфорт. А фразодиак? Нет? По-русски-то где? Где по-русски? В общем, он один был в наличии, по-моему, из всех шариковых аппликаторов. Так, помогает снизить усталость и напряжение, тонизирует, создает ощущение свежести, прохлады, способствует удалению токсинов, поможет после физических нагрузок, длительной работы за компьютером. А вот, кстати, описания здесь нету такого. А здесь есть кедр вергинский, кипарис и бессмертник. А здесь сбоку так не написано. А здесь есть вот точки, куда нужно наносить. И это у нас с вами бодикомфорт. Бодикомфорт где по-русски? Артикул 15,35. Вот сама на закажу, а потом забуду. Я помню, что я хотела заказать афразодиак. Это бодикомфорт или нет? Арома масла. Нигде не написано, девчонки. Бодикомфорт и бодикомфорт, и все. Вот такой он. Он в стекле. Подождите, это стекло? Это стекло, он в стекле, слушайте. Шарик металлический. Вот почему он охлаждает. Представляете, шарик металлический. Цитрус. Пока цитрус. И прям масло. То есть вот на руке прям масляно-масляно, видите? Прям она блестит. Блеск. Сейчас впитается, конечно. Цитрус,
апельсин, мандаринчик, лимончик. А что это у нас так пахнет? Кипарис, кедр, бессмертник? Не знаю. Здесь цитрус. И они не такие парфюмерные и богатые, как спреи, допустим, да? Здесь чисто цитрус. Чистые масла, наверное, я так подозреваю, с чем-то немножко разбавленным. Снимает напряжение, будем мазаться, девчонки. Шарик действительно, кстати, холодный. Он прям холодный, мажешь, он холодненький. Пока для меня это чистый цитрус по аромату. И больше ничего не могу сказать, правда. Ну, а, вот знаете, что еще чем пахнет? Кедр, да, кедр. Кедр тоже чувствую. Не знаю, как пахнет кипарис, а кедр чувствую. Вот, кедр плюс цитрус. Вот такой вот аромат, не сильно богатый. Дальше, девчонки, по программе Faberlic, VIP-консультант, точнее, по лайк я уже в этом каталоге брала, я взяла сыворотку One Week Miracle, и она у меня пришла запечатанная, да, вот этой тоже бумажечкой, вот тут проклеена. Хотя можно и так распечатать, но все равно проклеена. Слава богу, хотя бы сыворотка пришла запечатанная. Ее артикул 0653, здесь 30 мл. А по поводу дневного и ночного крема я вам уже отзыв свой оставила. Не знаю, какое видео выйдет раньше, наверное, я вам расскажу. У меня припухают глаза. Припухают глаза, и я сейчас стараюсь вокруг кожи глаз не мазать, но все равно хочется, потому что эффект вижу. Мелкие мимически разглаживаются. У меня даже как-то вот, не знаю, века что ли подтянулось немножко. И морщинки на веке, вот, то есть у меня получается нависшее веко, да, они тоже как-то разглаживаются. Само веко стало ровнее. Вот такой вот эффект я заметила. А, возможно, в следующем каталоге, он уже совсем скоро, я возьму и вокруг глаз попробую. Может быть, такого эффекта не будет. Потому что я просыпаюсь с отеками. У меня один день отек, причем на нижнем веке, один день на верхнем веке. То есть, если вы страдаете такими же проблемами от некоторых кремов, то тогда не делайте так, как я, не наносите их на все лицо. Но я пока наношу, потому что они вроде такие не сильные, как бы, и начались где-то на пятый день использования кремов на постоянной основе. Вот. Вот решила взять сыворотку, теперь попробуем ее. Она такая у нас уже жиденькая, как водичка. Вот такой дозатор. Я эффект вижу, девчонки, я буду пользоваться дальше на постоянной основе, то есть эффект разглаживания лица я вижу. Вот такая она желтоватая, водянистая, я бы сказала, сейчас потрогаем аромат. Ой, мне кажется, поярче выражен, чем в кремах. Она такая водянистая. Нет, под руками она нет, такая масляная. Масляная. Хорошо распределяется, мне кажется, ее нужно прям будет совсем каплюшечку. Вот одно нажатие, мне кажется, хватит на лицо точно и абсолютно смело. Так, распределяем, сильно не тру, и вот она уже впиталась. Запах классный, ярче, чем в кремах. Такой же, но ярче. Все, она впиталась. Есть легкая пока липкость. Легкая, прям совсем легкая. Вот она уже местами проходит. То есть ей нужно дать минутку-две зафиксироваться, и все, липкости нет. Никакой липкости нет. А, прикольный аромат. Кожа после нее гладенькая, увлажненная. Слушайте, мне нравится эффект. Мне нравится. Буду в комплексе. И, скорее всего, чтобы закрепить результат, возьму в 18-м каталоге, наверное, и кремушек вокруг глаз. Потому что пусть будет уж так. Может быть, расскажу вам, потом не будет опухать от крема вокруг глаз. Так что, у меня еще есть две не показала. Рис по-сицилийский с тыквой и специями взяла, девчонки. Я его не пробовала, решила взять, потому что сейчас хочется что-то такое, знаете, побыстрее. И так дел много. Так, артикул его попробуй, Светлана, найди. 161-08. Мне нравится, моим не нравится. Ну, если чем-нибудь подразбавить, мясом каким-нибудь, можете съедать. Для моих там и специй многовато, и невкусные почему-то. Они не оценили еду, не чай. А мне, я вот такой вот люблю. Так, и еще у меня тут что? Сейчас, девчонки. Еще у меня средство для мытья посуды, причем яблоко, которое я заказала в прошлом заказе, потому что мне нравится. И у меня как-то вот это вот очень быстро улетело, я все им отмывала там, на старой квартире, здесь все новое перемывала. В общем, оно у меня как-то, оно не то, что закончилось там за неделю, да, но его осталось немного, и поэтому я взяла себе в запас, пусть будет стоять еще, потому что оно тоже 0+, я и бутылки им мою, как бы, все отлично. Оно, кстати, не такое жидкое, как было раньше, вот до перевыпуска этих средств. Яблоко для меня было самое жидкое, а сейчас оно нормально. Артикул 394, оно действительно пахнет яблочком, таким сочным, вкусненьким. Классно. Поэтому люблю. Так, ну и все, вроде, девчонки, будем с вами потихоньку все тестировать, все новиночки смотреть, разглядывать. По леггинсам скажу, как держит тепло, как бы, да, завтра в них погуляю. Слушай, на сыворотке. Прям эффект хорошенький. Вот эта рука сухая, здесь уже все абсолютно высохло, но рука гладенькая. Здорово, будем пробовать. Надеюсь, что серия оправдает свою стоимость хотя бы потихоньку вот так по VIP-программе и по Faberlic. Да ты что, мой сладкий? Вы слышали? Это подтверждение. Надо брать, девчонки. Да-да-да-да-да-да-да, лежит. Я первый раз такое слышу. Вот, так что действительно надо брать все. Потихоньку по Faberlic лайк, по VIP-программе будем всю серию с вами собирать. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Ссылка для регистрации Faberlic под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Подарок сейчас за регистрацию классный. Я с вами тогда всегда на связи, будем общаться. Всех люблю, целую, всем пока-пока.